Он ей рад при любом раскладе, при любой концепции. Когда придет время, он сам ей вложит в руку нож. Он говорит, просто улыбайся, когда будешь стрелять мне в сердце. Потому что рано или поздно ты все равно от меня уйдешь. Подойди вплотную, и я разведу руки. В изрешеченное сердце будет очень сложно попасть. Но обещай смотреть в глаза, обнажая лезвие разлуки, крышкой от консервной банки вспарывая нашу страсть. Иначе я задохнусь в цветах твоей ласки, маленькой мельницей усну на твоих кудрявых полях. Убей меня по-земному, самыми кровавыми красками, монтировкой в череп, а не объяснением на словах.